В 9:00 с базы спасательного отряда вылетел вертолет. Вместе с пострадавшим мужчиной из Высокогорья был эвакуирован еще один член группы с травмой колена, а также два его несовершеннолетних внука. Всех туристов привезли на базу отряда в Сочи. Один из пострадавших с признаками гипертонического криза – 59-летний сочинец, второй – житель Сергиева Посада. На базе МЧС России врачи скорой оказали необходимую помощь обоим туристам. От госпитализации они отказались. Дети в медицинской помощи не нуждались.